Селям алейкум, сайгылы сержилер. Здравствуйте, дорогие телезрители. Тыль юрекнын анахтарыдыр. Язык – ключ от сердца. Сегодня мы с вами продолжим изучать крымско-татарский язык. И темой нашей программы будет школа. Школа на крымско-татарском – мектеп. Школа – мектеп. Школа – мектеп. 1 сентября – начало нового учебного года для всех школьников и учителей. День знаний – вельги кунюм. День знаний – вельги кунюм. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки. Линейка – сав сыра. Учебный год – охух елы. Первый звонок – барынджи чан. Звонок – чан. Звонок чан. После праздничных линеек школьники отправляются в классы, где их ждет первый урок – урок дерс. В классах начинаются учебные занятия, которые сформированы по расписанию – расписание джедвель. Урок дерс. Урок дерс. Расписание джедвель. Расписание уроков дерслер джедвели. Главный атрибут в классе – доска. Класс – сынов, доска – тахта. Класс – сынов. Класс – сынов. Мел – бор. Классная доска – сынов тахтасы. Доска – тахта. Доска – тахта. Мел – бор. Роль учителя в развитии общества всегда была чрезвычайно важной, ведь учителя – носители знаний, которые передают следующим поколениям. Учитель – оджа, ученик – талибе. Учитель – оджа. Учитель – оджа. Учительница – оджапче. Ученик – талибе. Ученик – талибе. Школьник мектепчи. Школьник мектепчи. Оценка знаний учащихся талибелернын билгилерине кыймет кесме. Поставить оценку баа хоймах. Получить хорошую отметку яхши баа алмах. Опоздать на урок дерзкий кеч халмах. Несмотря на появление современных технологий, книга остается популярным источником знаний. Знание бельги, книга китап. Знание бельги, книга китап. Книжная полка китап рафы. Знание бельги, книга китап. Китап. Любовь к книгам прививается с детства. Китапларга севги балалыктан ашлана. Лучший друг – это книга, лучшее богатство – это знание, говорит народная пословица. Эн яхши дост китаптыр, эн яхши зингинлик бельгидыр. Я люблю читать интересные книги. Я люблю читать интересные книги. Мен мирахлы китапларны охумах севем. Я – мен. Мен. Люблю севем. Севем. Читать охумах. Охумах. Интересный мирахлы. Перемена тенефус. Для каждого школьника перемена протекает по-разному. Кто-то, услышав звонок, сразу же бежит в столовую. Столовая ашхане аш одасы. Для малышей это время игр, когда они могут с визгом и криком носиться по школе, играя во всевозможные игры или просто веселиться от души. Начальная школа башлангыч мектеп. Но все прекращается, как только прозвенит звонок на урок.
все сразу же возвращаются в классы, шум стихает и школа погружается в тишину. Брусья, батуты, кольца для игры в баскетбол, скакалки и другие спортивные снаряды – это неотъемлемая часть спортивного зала. Здесь школьники не только играют в разные игры, но и серьезно подходят к каждому спортивному нормативу. Спортивный зал – спортзалы. Физкультура – бедентербиесы. Спортивные игры – спорт ойумлары. Ученики 8 А-класса поделились с нами планами на будущее и поинтересовались, как будут звучать некоторые слова и предложения на крымско-татарском языке. Мне нравится изучать крымско-татарский язык. Мне нравится изучать крымско-татарский язык. Мен хырым татар тілін огренмек бегенем. Я хочу поехать учиться в Германию. Мен Алманияда оқумақ істейм. Одно из моих желаний – это стать хорошим художником. Менам арзум билер ясам джиолмах. Мое хобби – тэквондо. Я профессионально занимаюсь тэквондо. У меня черный пояс. Также являюсь кандидатом в национальную сборную России. Еще увлекаюсь футболом. Мен тэквондонин ве футболнин ограшам. Я занимаюсь стрельбой, и это мое хобби. В будущем я хочу стать олимпийским чемпионом. Олимпийский чемпион, Олимпия чемпиона. На этом наша программа подошла к концу. Пусть терпение и желание учиться, а главное изучать крымско-татарский язык, не покидает вас. Салахне халанас урметы сержилер. До новых встреч, хорошме кузре. Ну а теперь закрепим пройденный материал. Школа. Мектеп. Школа Мектеп. День знаний Бельги Кунюм. День знаний Бельги Кунюм. Линейка Саф Сыра. Учебный год Охух Елы. Первый звонок Барынджи Чан. Звонок Чан. Звонок Чан. Урок Дерс. Урок Дерс. Расписание Джедвель. Расписание уроков Дерслер Джедвели. Класс сынов. Класс сынов. Мел Бор. Классная доска сынов тахтасы. Доска, тахта. Доска, тахта. Учитель Оджа. Учитель Оджа. Учительница Оджапче. Ученик Талибе. Ученик Талибе. Школьник Мектепчи. Школьник Мектепчи. Оценка знаний учащихся талибелернын билгилерине кыймет кесме. Поставить оценку баа хоймах. Получить хорошую отметку яхши баа алмах. Опоздать на урок дерске кеч халмах. Знания Бельги, книга Китап, книжная полка Китап Рафы. Я люблю читать интересные книги. Мен мирахлы китапларны охумах севем. Я мен. Мен. Люблю севем. Севем. Читать охумах. Охумах. Интересный мирахлы. Перемена тенефус. Столовая ашхане аш одасы. Начальная школа башлангыч мектеп.
спортивный зал, спортзалы, физкультура, беден тәрбиесе, спортивные игры, спорт уюмлары. Мне нравится изучать крымско-татарский язык. Мне нравится изучать крымско-татарский язык. Мен хырымтатар тілін өгренмек бегенем. Я хочу поехать учиться в Германию. Мен Алманияда оқумақ істейм. Одно из моих желаний – это стать хорошим художником. Менім арзум белер есамджи олмақ. Мое хобби – тэквондо. Я профессионально занимаюсь тэквондо. У меня черный пояс. Также являюсь кандидатом в национальную сборную России. Еще увлекаюсь футболом. Мен тэквондонин ве футболнин огрошам. Я занимаюсь стрельбой, и это мое хобби. В будущем я хочу стать олимпийским чемпионом. Олимпийский чемпион – олимпия чемпиона. Дорогие телезрители, свои вопросы, пожелания и отзывы присылайте к нам на нашу почту krtta.1k@mail.ru. Я напоминаю, что программа «Еглена Погренем» выходит каждую субботу в 10:45 с повтором в воскресенье 9:30.